Здорово, ребята. Ну чё, очередной новый видосик. Сегодня будем делать бамперочек в стиле Эва полторашка валит на все бабки. Приехал в какую-то типа транспортную компанию, ну, служба экспресс-доставки, я не знаю. Ну, в общем-то, СДЭК называется. Ранее заказал рамки на номера, чтобы сбоку номер был. Сейчас пойду заберу, посмотрим, что там. Было три варианта рамки. Типа, первая, такая площадка, под, чтобы номер был ровный. Вторая, номер чуть-чуть под изгиб, но на решетку радиатора залазит рамка. И третья, типа, под изгиб, и рамка не залазит на решетку. Вот, я так, собственно, и хотел. Поэтому сейчас я сгоняю в СДЭК, заберу подиум номера ланцеровский. И после чего поедем, куплю решетку. Нашел здесь в Барнауле, чтобы не заказывать решетку такую сотый. Но я все в дальнейшем покажу. Сейчас сразу так не буду все показывать. В плане того, что какой вид должен быть туда-сюда. Все в процессе, ребят. Как обычно, все в процессе. Куплю решетку. Краска есть туда-сюда. Надо будет бампер переделать. Ну, надеюсь, нормально будет. О, я почти такого ланцера сейчас увидел с такой решеткой, но не с такой. Так, ребят, вот, вот она, сука. Тут две рамки, мне еще просто знакомый попросил. Тоже ему, чтобы я заказал, но ему на другую машину. Что, сейчас распечатать? Конечно, сейчас. Вот так. Так, вот тут даже написано, в принципе. Прикольно, надо будет примерять, смотреть. Так, чё, пол дела сделано. За решеткой на рынок, там у нас есть такой теплый рынок, и магазинчики есть. И я чисто случайно, когда покупал пленку, помните, да, когда тонировал машину и вот эти стойки пленки обтягивал, в этом же магазине нашел решетку. Соответственно, едем за ней. Стоит она 2500 и 500 рублей еще решетка низкая, ну, мелкая, железная, чтобы защищать радиатор. Ну, как-то так, прям. Че, ребят, приехал. Ебать, как обычно, народу полно, полно. Помнится мне, заходили мы в магазин. Когда я увидел эту решетку, я такой, типа, со Славой зашел. Слайк такой, чё, почём, решетка давно лежит, туда-сюда. Ну, короче, мы как бы чуть-чуть на скидку размотали мужичка. Я вот сейчас думаю, вспомнит он, нет? Ну, поди же вспомнит, по-любому она есть. Бля, будет фиаско, если ее продали, сука, ланцеров много в городе, она одна была. Прошло дней 10. Ну чё, схожу, посмотрю, надеюсь, лежит, ждет меня. Давайте. Ну чё, ребята? Все купил. 3100 рублей обошлась мне эта сеточка в бампер. Я в ахуе просто. Мне бампер, сука, 2,5 обошелся. Да кого 2,5 меньше? Там у нас со Славой были мутки-терки, и он мне вообще за копейки обошелся. Ну а что сделаешь, сука? Все, ебашим в гараж, переодеваюсь. И уже охота делать. Надо, надо. По-любому. Это не все так быстро. Там шпаклевать надо будет. То, все, короче, давайте погнали.
сейчас резко на скоростях производим вырез. Здесь мне Славик говорит, подсказал. И вот здесь. И вот тут. После чего 100 грамм шпаклевки. Правильно? Правильно. Самая важная часть. Что имеем? Середину вырезал. Самая легкая, блядь. Нахуй. Смысл в чем? Надо вот загнуть вот эти края. Давай, можно я тебя буду снимать? А? Можно я тебя буду снимать? Конечно, можно. Как заменить крышу УАЗ-2110, да? Угу. Колпак. Колпак. Берем. Аккуратненько срезаем. И устанавливаем новую. О, дай болгарочку, не прорезанную. Вот она. Кроме шуток, в общем, я сильно в интернете не стал смотреть. Примерно видел, как делают, но пойду все равно своим путем. Вот тут типа ребра какого-то жесткости, его надо нахуй удалить. Удалить с планеты. Удалить, прорезать. Устроить загибушку. Вырезать вот эту штуку. Ебать, как банку консервную. И вот эти, блядь. И все нахуй! И полетел. Ну чё, процесс идет. Блять, как снять красиво? Никак. Отрезал вот эту вот шляпу. Серединка готова. Почти. Чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. Ну вот так и получается. Что нихуя не получается. Да не, на самом деле вот снутри припаял сетку. Загнули со Славиком кантиком, кантик, и здесь паяльник, получается, прошелся, потому что здесь была такая волнушка. Сейчас беру, затираю здесь все наждачкой, вот так вот, тру-тру-тру, здесь тру-тру-тру, и изъянчики шпаклюю. По сути, можно, блядь, даже не шпаклевать сам, но я зашпаклюю. Высох, уже положил его, подготовил. Сейчас здесь помою, протираю все, тру наждачкой и на герметик сетку. А получается здесь надо в черный покрасить, чтобы не проявлялась эта белая хуйня. Как-то так. Сейчас зачищаю все, крашу здесь сетку приклеиваю и до вечера. На герметик стекольный будет сеточка у нас приклеена. Я просто знаю такой момент, на рестайлинговом бампере можно там к чему привязать эту сетку, а на этом, получается, на дористе нельзя. Вот мы уже со Славиком вырезали. Ну как-то так. Что, делаем? Прём. А, и ещё досталось нам с машины шестёрки, которую мы сдавали. Вот такая дуделка. Куда-нибудь сюда присобачу. Будет пушка-гонка. Пушка-гонка. Давайте начинаем. Ха. Ну чё, ёпты. Решил покрасить черный цвет решеточку. Потому что она, сука, серая была. Серая не идет. Вот ее цвет. О, осталось же. Вот. Серая. А это будет черная блестящая. Видите, как середину покрасили в черный. Угу. Чтоб ничего не видно было. В решетке. Вот в этой. Ну что, ребят, все, дело за малым. Покрасил ту решетку, эту не стал. Сейчас берем на герметоз сюда. Здесь все зачистил. Бах-бах-бах-бах-бах. И сейчас на герметик сюда хуяк, 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 хуяк.
И до завтра. Завтра с утра уже как раз все подсохнет. Можно будет устанавливать бампер и полировать его. Кстати, он, сука, после покраски уебался, блядь. И поцарапался. Вот так-то, нахуй. 3 дня работы с бампером. Хуяр, не бойся. Нахуя ты это? Нихуя страшного. Во. Ну все, пацаны, показать, как выглядит профессиональная работа. Не показывай. Как это не показывает? Я даже скажу, кто это придумал. Дима Ефремов. Дима Ефремов. Или чего, блядь, людям крышу показать? Я покажу, мне это труда не составит. Вот так, точку показываю. Вот так, смотри на в камеру. Замена крыши. Посмотри в камеру. Вот, вот, вот этот момент. Вот. Что? Это все на герметик. Заводские нестыковки. Все, поехали, конечно, конечно. Ну что, ребят? Все, прошла ночь. Показывать мы вам бампер. Давайте вот так покажу. Так, раз. Видите, вчера как покатался. Ну давайте, что? Мне нравится. Выглядит заебись. На дроби. Ну а сейчас что? Делаю дудку. После чего уже устанавливаю бампер и смотрим, что как вид у него, нормально, нет? Ну, тут уже вопросов нет, белый лансер на такой морде вообще будет просто охуенно смотреться. Фоточку в инсту. Так, пацаны, приделал сигнал, смотрите, почти не видно. Вот она, дудка. Сигнал это будет здоров. Сейчас покажу вам. Прям нормально так. Будет слышно по-любому. Сейчас бампер буду ставить уже все. Сейчас будет видочек.
А как больше вам нравится, когда середина в черной или вот так сплошная решетка? Я думаю, тут очевидно сразу. Ну что, выгоняем?